Я потому что такой, да, бля. Какой ты бес? Я вот есть, да, я. И все. Несуразно. Как этот мир был бы без меня существовал бы, бля, а? Получается, сю. Получается, сю. Такая, одна жизнь — это такая вещь, типа, то, что оно есть сначала, а потом нет, и ты потом страдаешь и говоришь, а вот зачем забрали у меня это? Нет, получается, ничего постоянного в этом мире. Все захлечено, это сансара некая. Как можно понять? Металкор станция здесь. Мы дома. Как приятно на ходу вернуться, Вая, кто бы знал. Станция, знаете, в чем прикол? Скоро мы анонсируем Арчи. Да. С одной скоро. Интересной стороны. И там прикольно. Просто мы сейчас потом только увидимся. Оттуда, короче. Да, и вот как хорошо быть дома. Бля, станция, вот живи. Вот живи. Вот живи. Получается, да. Все, получается, Металкор станция здесь, и я сегодня бью по столу, подними-кась, мне-кась. А ну дай, комп. Бля, один раз, дай, бля. Ну это было, знаешь как? Ай, бля! Да ну сэ! Потому что четко попал. Сеть конкретная. Сари. Так, все, я больше не там, где я был сейчас, поэтому я могу отключать этот акцент и немножко приходить в себя и в адекватность, потому что там я отвечал за неадекватность. Вот эти все тайны... Я за неадекватность отвечаю. Да. Вот эти все тайны, пока что тайны. Все хорошо, все скоро узнаете, увидите. Так, станция, такие пироги. Сегодня, интересно, ну, там. Потому что сегодня в Футуре Паласе, сегодня у нас палисадис. А, палисадник, я знаю это слово. Вот. И пацаны попросили, им понравилось у нас History of Life, понравилось им у нас, попросили заценить их еще один трек, поэтому сегодня послушаем. Future Palace, в общем-то, что, я никогда не слушал, все говорили, что надо послушать. Надо послушать, Да, потому что там интересный момент. Palisades есть тоже пара интересных моментов, я расскажу попозже. Вот, а потом послушаем пацанов из History of Life. Вот, надо приступать, правильно? Сегодня без Металлики обойдемся. Думаю, а Параморы будем слушать. Так, самое главное, знаешь, здесь что? Чтобы твоя попка находилась ровно, удобно, как тебе там, чтобы все. Не голодный, да. Похавал. Все, в туалет не забудь сходить. Или если на толчке сидишь, то приятно тебе посрать, дружище. Главное, во время музона не перди и все. Разрешается только во время определенных групп. Да. Но надо в рандомном моменте. Хорошо, все, ладно, все, ладно, да. Future Palace. Это все, что я знаю об этой группе. Это то, что там женщина. Красивая. Так. Поет. Женщина или девушка? Девушка. Ну, женщина, имею в виду. Но она взрослая. Нет, она, ну, средняя. Девушка, значит. Девушка, да. Я женщина, да. Имею в виду как пол. Ну да, как вот некая. Женский пол, имею в виду. Некая раса. Некая разновидность человечества. Это получается, я сейчас был и расист, и сексист одновременно. Получается так, YouTube не... Не бань, не надо. Мы без осуждения. Да. Вокалистка, девушка. Еще одна важная деталь про History of Life. Ой, блять. Пацаны, вы настолько сильно сидите в голове, что я просто сюда смотрю и вижу History of Life. Ладно.
О, Future Palace. Еще один маленький моментик. Девушка поет, красивая девушка поет. И клип снимает Паша, что? Трибухин, опачки. Правильно. Пашу, Пашино творчество мы любим, поэтому мы посмотрим, что там сотворили. Мистер Снимуша, да. Вот, мало того, что группа популярная, ну типа ее слушают, любят. И еще и визуал должен быть классный. Поэтому станция, точно надо посмотреть срочно. Будет. Да, точно. Мы Пашу знаем, он такого не предаст нас никогда. А лейбл я видел какой. Erasing Empire. Кажется, это получается аниме-монополисты некие, да? Ну, чё-то типа того. Так она вообще молодушечка. А, о! А откуда и от кого звучал сейчас экстрим? Как вообще из такой нежной девочки может вырываться такой экстрим? А ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой, шикарно. Это шикарно. Супер пиздато. Ты. Оху. Я в некоем охуевании пребываю постоянно. Бомба. Как вкусно. Вот здесь? Да. Вкусно. Да. Блять. Ну я, конечно, как бы ожидал, что это будет мощно. Она мне Еву Элфи напоминает. Не знаю почему. Ну вы знаете, кто это. Пацаны, все нормально. Что из тебя вырывается? Мне очень нравится. Я жду давно. Чудесно вообще. Не зря советовали. Понимаешь? Охереть. Это некая жемчужина на дне металкорского моря. И советовали, причем не так уж много. Станция, а че вы не накинулись прям на меня? Собака сделала. Потому что это вообще я охренеть. В ахуе, мне очень понравилось. Я в ахуе не меньше. Знаешь, сколько я поставлю? Честно. Так. Может быть, по мне это не видно, потому что я очень устал. Так. Но я ставлю 9 баллов. 9. Пиздец, как круто. Очень охуенно. Да. Ты. Вкусно. Вот бывает, вот, бля. Чистый. Она, короче, по. Так. По экстриму. Она. Смотри, вот смотри, если. Смотри, я сейчас знаешь, как скажу. Для меня по голосу. Вот именно по вот как мне приятен голос, очень сильно Кортни Лапланд. Понятно, наша хорошая, замечательная, наша, да, пушечка.
Если она десятка, то это девятка, понимаешь? Вот да. Именно если касается вокала. Это, да, для меня лично это девятка. Она вот почти чуть-чуть до нее, блять, иногда нас... Нет, знаешь, не девятка, незаслуженно для... Личные ощущения, смотрите, я сейчас на эмоциях говорю, как есть, как я чувствую. 9,9, она почти подобралась до Кортни, короче. Я согласен. Почти я вровень, согласен. Потому что такой экстрим харизматичный, ну, такой харизматичный чистый, блядь. Знаешь как? Это пушка. Вот я так скажу, для меня как будто бы по экстриму она прям не дотягивает посильнее, чем ты сказал. Но брать ее чистый... И в целом, как это вкусно звучит, а инструментал, там вот чуть-чуть фу, вообще не дотягивает. Мне очень прям, очень, вот неожиданно, честно, клянусь, да, очень. Вот это для меня плюс в мой плейлист стопудово. Странно, что ты не знал. Станция, если честно, я сам сейчас чуть-чуть немножко в охуях. Вы понимаете, не только мы вам даем вот некие знания и как бы кайфушки, а еще и вы нам! Да, музыка просто балдежная, современная, классная, блять, какой кайф. Какой кайф, что есть такие группы. Да. Господи. Как хочется, чтобы у этого клипа было 500 миллионов просмотров. А сколько там просмотров? Да что-то типа 100 тысяч или что-то типа того. Посмотрим. 127. Ну вот. Блин, если она, ну они, вот ребята на Ask a Rising Empire, то в принципе я думаю у них все в порядке. В порядке, но не так, как но хотела бы, хотелось бы да, чтобы они сюда вообще разносили. Нет. Ну и Пашкина работа, конечно, про визуал, здравствуйте. Красиво, очень красиво. Но я вообще о визуале не думал, я слушал. Честно. Я тоже слушал, но я старался момент, ловить. Когда я на один момент обратил внимание в клипе на визуал, когда на нее вот эта тема вот эта падала сверху. Это мед, походу, я такой, был. Вау, прикольно. Там соты сверху. Прикольно. Ну, короче, блин. Ой, что с телефоном с моим сейчас? Он сам себе звонил. За визуал. Вообще не хотелось следить, типа, за клипом. Да, музыка была очень интересная. Я уловил там буквально 15% клипа, но я заметил, что я как кайфую, короче. Реально, знаете, я вообще не помню, что там было. Знаете, от чего я кайфую? Я кайфую от вот этого, от того, что сейчас модные пастельные тона. Да, да. То, что это все не яркое, броское, въебало бросающееся, а пастельное, и все это с цветами, бля, как пиздато смотрится. Знаешь, просто не везде, охуенно. Вот у Паши, вот видно, что это он снимал. Да, по цветам, почерк, визуально, да. Прям да, видно. Да, да. И мне очень нравится эта вот цветовая гамма его. Паш, почерк очень узнаваемый. Паш, ну ты как СНУ. Да. Ну, рука мастера. Короче, классно, да. Вот, у нас становится какой-то небольшой тенденцией хвалить Пашины клипы. Ну, так заслужил. Нет, так извините меня, блять, сними такое же. Он как Гагарин, который в космос первый вообще советский человек полетел, а Паша первый, как говорится, в Европу клипы снимать полетел. Первый проходец в металкор космосе мире. Вот так вот. У нас девчонок не так уж много на канале вокалисток, которых мы тут слушали. Танюша, пожалуйста, была у нас Шмейлюк, замечательная из Dream State, пожалуйста, группа британская, мы слушали с Мали. Тоже хорошая вокалистка, приятный голос. Теперь это девчуля и наша Кортни Лапланты несменная, бессменная. Получается 4, а нет, 5 из Arch Enemy еще было. Арчи Энеми, да. Очень интересная, да, женщина, конечно. Ну, а пока. Не так много? Ну, блядь, вот сейчас, короче, лично для меня... Вот, она вообще пушка. Охренеть, ну я не ожидал. Если честно, она для меня топ-2. Да, вообще ракета. Именно экстремально. Ну, извините меня, Ева Элфи. Которых я слышал, ребята. Вот так, давайте. Про Еву Элфи я сейчас хотел зарядить, ну да ладно. Все и так знают, все знают, все хорошо. Руки на капот. Да, потому что пора дальше. Полизадницы. Я их так называю. Полизадницы, потому что что? Palisades, блядь. Полизадницы для меня. Я бы полисадник. Смотрите, интересная... Интересно. Интересная история про полизадниц. Короче, я однажды их услышал. Очень классные ребята. Очень сильно мне понравились. Замечательные. Американцы давным-давно делают, короче, музыку. Вот. И тут в моменте пропали. Пропали так, что вообще нахуй.
по-моему, год, подожди, год или два, станция не помню, честно, пиздеть не буду. По-моему, два года нету. Причем нету, понял? Жестко нету. Прям совсем. Ничего не выкладываю. Никаких вообще, ни, блядь, ни трейлеров. Ни, ну, полная тишина. А я слежу за вокалистом. Вот, в инстаграме. Я смотрю, он, блядь, с собакой, с девушкой, блядь, в шмотками. Что, я думаю, ты, блядь, ты столько пел, и вот сейчас ты ведешь свой инстаграм как обычный хер, блядь, из инстаграма. С тобой что случилось, блядь? Дима решил включить режим бывшей. Да, ну типа, что такое, что, почему? Ты же мне об этом говорил. Как-то вот месяц назад, ты мне об этом рассказывал. Наверное. Да, было дело, я помню. И тут... Когда я последний раз опять об этом задумываюсь, я думаю, да. Так, блядь, я пойду еще раз к этому. Вот, ты внизу это говорил, зашел, он... а там... Да-да-да-да-да. Что-то было. Да, смотрите, я захожу к своему водопроводчику Марио, я его так сам называю, потому что вот, посмотрите на него. Угу. Не похож на Марио? Блин, интересно. Вот, он, я к нему захожу, а у него там написано, и я, мол, так и так, очень сильно люблю Palisades, но я ухожу. Хорошо, откланяться, еще увидимся, до свидания, пошло. Короче, уходит, блядь. Дмитрий Азама. Занавес. Короче, ушел вокалист, и тут же Palisades следующим же постом в своем инстаграме. А я такие, да иди какая-то нахрен, мы другого найдем, иди там свои эти, играй свои, хочу эти, грув метал нахрен. И нашли кого-то, да? Да, они выкладывают у нас новые. Вольный это... пересказ истории Palisades группы. Да, да, да. У нас новый. Классный. Поем. Ага. Работаем. А как звать-то чего? А я хуй его знает. Он новый, пока приживется. Наверняка, блядь, как и у любого вокалиста любой металкорной группы, у него охуенная имя. Не любого, блядь. Знаешь, здесь Мэтт Уолст и Мэтт Таг такие. Мэтт Таг. Блять, вышло новое. Они типа представляют нового вокалиста и новый материал. Так давай, играется! Уже, блять, уже дай уже. Я уже хочу с ними, блядь, жить, блядь. Ты так рассказал про них. Новый вокалист Palisades, надо смотреть. Так, ну это прям... Это же битбокс какой-то. Это что, битбокс-кор? Нормально. Жирненько, блядь. Он азиат? Нет. Вообще он такой несуразненький, вообще. А что, тебе не нравится? Ну, он не смотрится, я к Palisades привык с Марио, а этот... Ты слышишь в припеве вокалиста Skillet? Ну, честно сказать, нет.
А в чем прикол? Один в один вообще. А в чем прикол? Очень похож. Да? Но мне сложно это определить. А, хорош. О! Классный момент. Ой, вот этот кусок прям очень хороший. Хорош. Хорош. Значит, 10 скелеткоров из 10. Блин, не знаю, как объяснить. Так. Мне и понравилось, и не понравилось одновременно. Что не почему-то понравилось? Мне не понравилось чуть-чуть его вот экстрим в некоторых местах, когда он... Когда как будто бы Бруклин, во-первых, во-вторых, как будто бы, не знаю, как это объяснить, я, наверное, не прав, скорее всего, но как будто это это звучит как-то, как будто бы он не дотягивает. Не знаю почему. Ну так. Как будто он типа это тянется до ноты. Это твои ощущения. Не может ее достать. Ну вот я так чувствую. Угу. А вот тот момент, когда я сказал, что мне очень нравится, в середине там где-то ближе туда к концу, был прикольный. Поэтому, блин, я бы поставил вот если по чесноку 7. Это хорошая оценка. 8. Вот. Знаешь что? Ну, у Марио. И просто кто посмотрит потом на выпуске, почему я называю его Марио, он один в один на него похож. У Марио была все-таки вот своя харизма в голосе. И по сути, у них не очень сильно отличались и экстримы, и подача, но вот изюминка какая-то у Марио была. И вот я ее слышал, и мне нравилось. Этот пока для меня очень плоско звучит, никак не выделяясь вообще. Может быть, они при создании трека пытались так, чтобы особо он тоже куда-то не выделялся, чтобы кому-то вдруг не резануло ухо. Вот, вполне такое возможно. Ну, а там хер его знает. Но для меня он очень был плоский и, ну, типа, вообще непонятный. Вот он сейчас был, а для меня как будто это, в общем, целая музыка была. И я отдельно, короче, вокал не слышал, блядь. Я в целом слышу хорошую музыку на восьмерку, короче, для себя. А вот его вокал именно выделить чем-то особенным не могу, потому что он вообще ничем не выделяющийся. Ну и он такой маленький, такой щупленький, такой интересненький. Он прикольно выглядит. Ну, для меня внешность очень много значит, в смысле. Ну, это харизма, внешность часть харизма. Да. И вот он такой невзрачненький и прикольный такой, и ты такой смотришь, вот и будешь сладкий медалькорщик. Да, вот он какой-то, ну, просто common, you know, usual, обычный. Ну нет, не сказать, что обычный, но у него лицо прикольное, не знаю, мне понравилось. Пока не знаю, будем знакомиться, станция, будем ждать новый альбом, что выкатят и посмотрим. Может, там он как даст? Да, в трусы и Марио съебется. Как хрен его знает, как оно будет. Но вот так бля, вот. Да, вообще. Ну, нормально, ну хорошо. Да. Ну так, чтобы я вот это прям слушал, я, наверное, ну просто хорошо. А я буду слушать. Я сегодня, бля, послушал, весь день слушаю Рот Огня, бля, именно. Вы что там нахуй сделали со мной? Это что, получается, Рот Огня слушал? Ну вы поняли. Рот Огня. Что это за трек? Кто смотрел, да, те знают. О своем мнении можно описать в комментарии. Что бы понимать... Что вам, как? Может быть, мы упустили какую-то деталь? Да. Да что же эта шляпа хочет? Шмыть, она съебывается весь день! Она какая-то прыть у нее какая-то. Нормально у меня все. Ну ты как этот. Константин Воротницкий к вашим услугам! Нет, я хотел сказать этот, домовенок хуя.
Так, ладно, пришла очередь для наших пацанов. Нашим давай пацанам, зачекаем. Значит, кто такие History of Life? На, вот, буквально выпуск назад мы смотрели. Вот, настолько станции понравилось, что мы там навалили просмотров, ой, навалили комментов там четко. Сотню минимум. Я зашел, а там только наши комменты. Я думаю, нихера я себе. Вообще, сказать, кайф испытываю, зашло. Когда вот ребята. Зашло. Ну, по факту, да, ладно, если бы мы здесь, короче, говорили, типа, вот, классные ребята, да, молодцы, вот, вся херня, типа, рекламируя кого-то. Но мы так не делаем. Мы все на и ваш все... суд. Искренне. Вот, да, со своей стороны но, мы говорим как есть, мы все равно как чувствуем сами. Мы все равно предвзяты. Потому что ребята соотечественники. Наши. И да. Я считаю, блядь, в этом вообще ничего стыдного. Ну и хорошо. Мне похуй. Ну и хорошо. Правильно. Своих тоже надо, вот. Ебать, обязательно. Любить. Но если будет говно, естественно, мы скажем. Естественно, никто не скажет, но мы, что... согласись, мы всегда видим, типа, перспективу. Типа, бля, охуенно. Может быть, еще лучше. Mm-hmm. Вот я всегда так mm-hmm. смотрю. И, в принципе, ну, по чесноку, реально. Ну, ты же знаешь, мы же засрем, если нам не понравится. Да, конечно. И ну, как засрем, ничего тоже... плохого не присылали. Засрем, согласись. Да, засрем, если уж мы и засрем, то засрем по-доброму, по-хорошему. Ну, мы да, не будем да, хуярить. Да. Фу, вы, блядь, говнари говно сделали, блядь. Говной воняет. Нет, отсюда. Все, короче, все четко. Станция, что мы объясняем, вы сами все и так знаете, да, короче, конечно, блядь. Что тут? В общем-то, трек «Тень» слушаем. Наслаждаемся. «Тень». А, это на русском языке. У них же был на английском тот. Интересно, а этот как русском. Они сейчас будут звучать. Бля, ну инструментал вообще жирный, прям классный. Странно, по-моему. Честно сказать, мне не нравится припев этот. Сейчас пусть. Да, это в конце. Станция, вы тоже расслушиваете потихоньку. Блин, обожаю заглушенный экстрим. Много мыслей у меня в голове сейчас крутится, если честно. Да, главное да. Все не упустить, блядь. Ну, инструментал, что-то да. Брейк? Брейк. Хорош! Это было круто, на самом деле. We'll be right back.
нули всегда топ. А! Ну и вот этот проигрыш, он очень приятный такой. Это называется Ambient. Майкл. Можно я скажу сначала? Давай, братки, стреляй. Смотрите, это не докоп... И когда я сказал про сведение странное в припеве, это не докопался, потому что я прекрасно понимаю, что пацаны, ну, как бы не звезды, охереть, чтобы на охуевших студиях записываться, в которых им все идеально прям сведут. Вот, поэтому до сведения я не докапываюсь, я просто, ну, по факту я услышал, что как-то странно по сведению звучало. Что-то как-то, что-то, а как-то? Я за что говорю, очень слишком прям вперед вынесен вокал, и он мне вот так в лицо прям, я такой, ох ты как. Как хэп-краб. Да, типа того. Поэтому это не доёбка до пацанов. Честно, я вот почему-то, мое личное ощущение, станция, здесь у каждого свое ощущение, у меня ощущение, что я не очень сильно люблю русский язык вот в таком металкорном стиле. Смотрите, мне очень нравится, как его сочетают в Wild Ways. И с недавних времен, насколько я знаю, ну я недавно просто начал Марину прям, ну так, нормально слушать. Да, нормально тоже. Тоже сочетание русского с английским. И когда вот так происходит, это прикольно звучит. Чисто на русском я лично не могу воспринимать металкор, он для меня не звучит на русском. Если брать, например, Wildwave цветы 2.0, например, или Vetiver, то... Это чуть другое, это в смысле, это прям ближе, короче, к поп-звучанию, да, поэтому, да, поэтому там русский язык классно звучит. Вот именно в этом стиле, вот этот такой олдовый стиль классного металкора, в нем для меня лично я не могу слушать на русском языке, ну не могу, блять, ну как-то, он как будто бы не вписывается, не знаю, я не, ну не могу, на, лично для меня на слух очень сложно воспринимается. Если бы было переплетено английский с русским, вот это прям вин-вин история, которая прям вот, я уверен, что нахер бы разносила. Мне, честно вот сказать, такое, ребята, не понравился припев. Но не из-за звучания русского языка в этом стиле. А из-за чего? Потому что для меня он был классный. Сведён странно, но классный. Да, вот как-то мне по звучанию он не понравился. Просто по звучанию? Но это на самом деле не такая уж большая проблема. По самой. Я про структуру сейчас говорю. По звучанию, да. А по структуре, что он такой? Он был заливной и интересный. Ну да, идея у него была классная. Да, да. Ну как что-то вот не пошло не так для меня. Но в целом трек пиздатый. Инструментал у пацанов, ну вот видно, что они многим вдохновлялись, да, и чувствуют, как правильно делать металкор, блядь. С брейком как, а? Да. Брейк. Да, да. Это было круто. Инструментал пиздатый, меня качало. Единственное, чуть-чуть не понравился припев, но это мое личное мнение. А вот вы, ребята, наши любимые, родные, вы, ну вот наша просьба, дайте поддержку ребятам и напишите вы вот реально, объективно, честно, что вы считаете насчет этого трека? Да. Кому понравилось, кому нет. Вот. Потому ребятам что там тоже будет интересно. Да, пацаны скинули и говорят, типа, в комментах писали, что классно, что вы звучите на английском, но хотелось бы на русском. Поэтому они решили залететь к нам на станцию еще раз, чтобы показать, что вот мы можем вот так вот на русском. Потому что я лично свое высказал, что я, например, ну, не воспринимаю на русском, ну, именно такой стиль металкора. Ты, наверное, вот именно припевные вот эти моменты не воспринимаешь, потому что коровая экстремальная часть была четкая. Классно. Да, да. Не, она классная, я же говорю, если как, именно про вот если как вкраплениями, речь, как у Марины, короче. Да, когда да, она да, немного, а чуть-чуть нравится. Но не когда она прям все. Ну, как тяжело. Будто, знаешь, ты знаешь, в чем прикол? Когда экстримят на русском, я не знаю, как это объяснить. Тебе все равно звук экстрима, голос так сильно... Как, блин, как объяснить? Когда чистый вот вокал, типа, он прям русский язык. Да. Получается. Да. А в экстриме он все равно звучит экстремально, да, корово. Да, да, как да, будто да, бы, да, знаешь, так вот краем уха можно и не понять, что это русский. Угу. Наверное, из-за такие этого. Такие моменты, блять, как у этих. Заулипало нахуй. Там же не прям чисто, там же вот с дистопшеном ты это все слышишь. Вот, я за чё линию проебал?
кому-то же нравится на русском языке, и поэтому пацаны типа решили, вот мы можем в русский язык, если что, у нас не только как на том треке, на английском есть, а вот еще на русском. Это чтобы показать вам, что пацаны могут еще и вот так. Вот, поэтому ребятки будут ждать вашего отклика. Типа трек вообще, ну это как, ну без клипа, короче, а вот просто картиночка альбома у нас была. На клип можете перевалиться и написать свое мнение, короче. Смотрите как. Свое мнение, если хочется высказать пацанам, потому что они ждут этого. Тут суть не в том, что типа мы вам говорим, вот пойдите напишите пацанам. Да. Обязательно. Это там, я не знаю, на что-то там влияет. Это просто очень важно. Тут ваше мнение важно для музыкантов. Для развития ребят. Да. Вот, то есть что-то, какие-то мысли пацанам высказать, вот как мы сейчас высказали свои, выскажите им в комментах под этим треком. Обязательно. Да. Если кайф. Вот. Если не кайф, мы никого заставлять не будем. И этот трек, если что, доступен и в Spotify, и в Apple Music, поэтому вы и там можете его достать и с кайфом слушать, если зашло. Вот, а мнение с кайфом напишите. Ну, я считаю, что у ребят потенциал громаднейший. Да. Потому что музыканты вообще свою работу выполняют на 300%. Вокалист... Как у него харизматичный экстрим, блять, да. Когда он вот эти мерзкие вещи делает, я кайфую просто. Я так скажу, за счет недостатка финансов и там развития и так далее, ребята, я уверен, не могут выдать то, что они могут. Ну конечно, на конечно. Потому что я чувствую в голосе прям не то чтобы потенциал, а уже артиста готового, но это факт. Ну, не каждый сможет так их стримить круто. Да. Поэтому мне очень нравится вот эта группа, вот эти пацаны. Я считаю, что надо просто, бля, не знаю, надо все... Я считаю, что надо все делать для того, чтобы... Да, всему свое время. ...популяризировать вот эту музыку. Это да, мы это сделаем, станция, все вместе. Я, блядь, рэпер, я это говорю, да, понимаете? Да, это да, нормально? Да, да, станция, мы это еще сделаем все вместе. Я что хотел сказать. Пацаны, я уверен, что после тура с Мариной... Вот тогда-то, да. Вот тогда-то люди и узнают. Вот тогда-то и ваши проблемы с тем, что ну о вас мало слышали, закончатся стопудово. Бля, это надо будет надо очень откатать, хорошо. Чтобы о вас люди услышали. И через вот этот тур, мне кажется, вот с этого у вас все начнется. Это мое личное мнение, я так считаю. Да. Вот. Так что и дай бог, еще все впереди. Чтобы так и было, так и будет. С кайфом. Мысли материальны, ребят. Да. Главное верить, думать об этом и верить с кайфом. И делать все для осуществления. Это самое главное. Поднимем русский металкор с колен. Как говорится! Но... Я знаешь, почему говорю? За то, что типа... ну типа, смотри, тут прикол, что нашу музыку надо поднимать. По идее. А я тут говорю за то, что типа мне русский язык особо в этой музыке вот. Не нравится. Смотри, но тут я знаешь, как считаю? Что... Есть всякие разные... смотри, для примера. Короче, Imminence, он же не на шведском поет. Вот оно, понимаешь? То есть есть вещи, которые, например, такие но как металкор. Но все знают, что он, откуда он. Потому что где он зародился, да. Он в Америке, блядь, зародился. О, сейчас, не надо. Без экспертов. Короче, нет, давайте я скажу так. Эксперты, уберите руки, блядь, от клавиатуры. Это было в Будапеште, там первый человек записал. Это что, дурак? Смотрите, эта музыка, ну, как бы явно англоязычная. Вот так скажем, да, хорошо, ладно, так пойдет. Вот, и типа, она изначально англоязычная. И вот она звучит классно на английском языке. Да. Почему... Ну, есть такие вещи, смотрите, например, скандинавская вот эта вот музыка, как Вардруна, например. Да, да. Смотрите. Вот хороший пример. Я хочу, да, привести этот пример с Вардруной. Смотрите, если появляется русская группа, я слышал русские группы, которые играют такую же музыку, как Вардруна, но с русским языком. Режет ухо, не могу слышать, не создано. Как знаете, как славянские песни не будут на другом языке любом звучать классно. Грузинские песни не будут звучать классно на другом языке, они будут звучать на грузинском. Понимаете, о чем я говорю? Ну и типа, металкор как будто бы вот должен звучать на английском, но не идет ему русский. Только вот как в Wildways экспериментировали с ставками русского, звучит прикольно. Заволейбало звучит прикольно. Да. Не сбежать, не сбежать в этом...
У Wild West классно звучит. Короче, блин, есть просто, знаешь, скопление, есть просто, когда ты свое что-то добавляешь. Есть просто вещи фундаментальные, знаешь, из разряда. Просто есть слова в русском, которые, блядь, не звучат в, гармонично в музыке. Вот, допустим, смотри, локти! 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 А теперь представляешь просто, блядь, на английском как локти. Elbows. Elbow. Elbows. Uh-huh. Вот ты слышишь? Ну да. И тут локоть. Elbow. Elbow. Локоть. Бля. Elbow. Записывайте, это легендарный момент, я уже чувствую. Локоть, говорю, блядь. Elbow. Elbow. Бля, вот и все, понимаете? Это не говорит о том, что типа, ой, бля, они долбаны, смеются над русским языком, эти дураки, блядь. Да, да. Нихуя подобного. У нас все обосновано. Дело в том, что русский язык один из самых красивых языков абсолютно в мире. Абсолютно. Сколько у нас, блядь, прилагательных, нахуй, ёбнешься, нахуй. Но есть просто моменты, которые в музыку не совсем, типа, канают. Допустим, стихи писать на русском — это пиздец. Добро пожаловать в наш мир, это блядь. Пиздец. Уильям Шекспир, выкусь нахуй, нахуй. Ничто больше, понимаешь? Как по мне, стихи не звучат на другом языке, пизже. Ну, то есть, короче. Просто у каждого языка своя специфика. Я не думаю, что, типа, ну, бля, вот представляешь, китайский джаз. Типа, как ты будешь вот это... What sweet eyes I say? What is inside? Это вот будет, ну, это не, да просто... Ну. Японский джаз. Возможно... Мужчина... Нани! Ну, это уже шансон, по-моему. У моего мужчиндеру. Ага. Вот, что-то там ко мне ты подошел. О моего. Та-ра-та-ра-та. Мужчиндеру. Вот самурай ко мне подошел. Вот подходит самурай. С катаной. О моего. А у меня мужчиндеру. Бля, ну короче, всему свое место. Да. Типа вот, ну короче, я хотел вот это как-то что объяснить, вот я попытался, типа... Я вообще все понимаю. Свою точку зрения. Так, просто каждую буковку нахрен. Ну, как бы, как говорится. Вот и как бы все, дорогие наши зрители. Да. Металкор станции. Да-да. Выпуск подошел к концу. Как говорится. Время, как говорится, провели. Хорошо. Бля, вообще с кайфом сегодня, вообще, как говорится, такой плодотворный. Да-да-да, он прям такой насыщенный, было о чем поболтать, прям с кайфом, а? С кайфом же. Я ж побаливал. Да, так, ладно, пока мужичок у Арчи не отвалился, давайте сделаем так, станция. Подпишемся на канал, как вам такое, если вдруг не подписаны. Поставим лайк, если вдруг не поставили, блять, забыл нахрен опять поставить лайк, а? А вот это вот колокольчик там, может быть, какой-нибудь... И не забываем, что у нас еще есть Телеграм, замечательный дом наш родной. Блять, захожу, блять, говорю 200, блять, иногда было сообщение, 300, блять. Знаете, что недавно произошло? 666, блять, вот я на... У меня 1000 была. Серьезно? Да. А я вот вчера захожу, 800, блять, такой думаю, да что, куда вы столько? Вот, у меня не всегда бывает время, типа, общаться, реально, ну, вот, простите меня, ну, пожалуйста, сейчас сложно с этим. Но я иногда просто быстро вот так читаю, и такой, и там уже чисто домашняя движуха. Света, да. Все, просто там такие, просто как бы, просто с кайфом общаются люди. Да. А у нас в нашем паблике ВКонтакте Кристинка устроила турнир трех волшебников. Кристина, величественный, это просто. Экспеллиармус, друзья, товарищи. Авада, как говорится, кедавра. Кедавра нахрен. В общем-то, там вокалисты бьются у нас ВКонтакте. Надо голосовать. Вот. В первом этапе, по-моему, проебало Ливерсайк, знаете, кому? Дани Ворс, но здравствуйте. Вот так получилось. Вот так вот вышло, да. По-моему, так было.
Вот. Я еще не смотрел, честно. Ну да ладно. Там можно повлиять на да. голосование. Поэтому залетайте в ВКонтакте. Обязательно. В Инстаграмчике тоже залетайте. Да, и Boosty для поддержки, если надо, тоже в описании. И, кстати, насчет Boosty. А как? У нас там новый подписчик, новый воин дракона. Пожалуйста. Вот он. Вот он, красавчик. Чисто адушинский води. Знаете, какой понял. Води? Получается, какой ты, бля! Получается, так, станция, все, никуда не деваемся, остаемся здесь. И потому обнялись, что надо поднялись. Увидеться здесь, на Metalcore. Да. Поднялись, приподнялись. Все, пока. А сейчас что они делают? И хуй сосили других бронем. А сейчас они на вахуе. А то, что у нас канал просто блогер, который кухню делает, ну готовит. Скайпом, блядь. Итак, на... Итак, уже напиздели, блядь. Там дохуя, мне кажется.